древовидный, дикий африканский вид алоэ, широко применяется и культивируется в России, где был достаточно глубоко исследован. Мы с ним знакомы, как с небольшим и неприхотливым комнатным растением, которое цветет очень редко, и высота которого достигает не более 1 метра. Но на своей родине, в Южной и Восточной Африке, это великолепное мощное дерево. Во времена СССР алоэ древовидное культивировали в открытом грунте зон влажных субтропиков в приморской части Аджарии, на плантациях близ Кабулетти, а также в районе Одессы. Это позволяло СССР не зависеть от импортного сырья, а предметом импорта был только высушенный сок алоэ, сабур. Получали 3 вида сырья – лист свежий, лист сухой и боковой побег свежий. В настоящее время некоторые хозяйства продолжают выращивать этот вид алоэ в теплицах, например, в Польше. Алоэ – это неповторимое лекарственное растение. Уникальным является его химический состав. В соке растения содержится порядка 250 активных биологических веществ. Листья алоэ на 97% состоят из воды, того самого сока, который представляет собой концентрат полезных веществ. А купить свежие семена вы всегда сможете в магазине «Феникс» по ссылочке в описании. Подписывайтесь на канал, если вам понравилось видео. Поддержите лайком и жмите колокольчик. Спасибо за просмотр. И не забывайте, впереди еще много интересного.